Театр юного зрителя начинает обратный отсчет до премьеры спектакля «Милый Сашенька» по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная история». Постановку на большой сцене готовит главный режиссер театра Алексей Логачев. Репетиции с разбором пьесы и работы над образами персонажей уже остались позади. Теперь артисты приноравливаются к мебели и реквизиту, осваиваются в еще не до конца оформленных, но уже готовых конструкциях декораций, созданных по макету и эскизам сценографа Владимира Кравцева из Екатеринбурга. Настало время так называемых «прогонов». Артисты проходят целиком большие эпизоды пьесы, останавливаясь лишь изредка для коротких комментариев режиссера. На репетициях присутствует хормейстер театра Надежда Голубева. В спектакле артисты театра будут исполнять старинные романсы. В проходе зрительного зала появился пульт художника по свету. Как только на сцене выставляются декорации, осветительный цех подключается к работе над спектаклем. Пока идут прогоны, не останавливается работа и за кулисами. В перерыве между репетициями артистов ждут на примерках. Кто-то уже выходит на сцену в готовом платье, а кому-то еще нужно что-то дошить и поправить. Закройщики пошивочного цеха давно скроили сложные исторические костюмы. Теперь заканчивают свою работу портные. Тем временем художник по костюмам Ольга Колесникова уже украшает готовые платья кружевом, вручную расписывает узоры, следит за примерками. Приготовления кипят и в гримерном цехе. Артисты выходят на репетицию еще без грима, но работы хватает. Бакенбарды носить нынче не в моде, приходится делать искусственные. Зрители могут увидеть спектакль «Милый Сашенька» на большой сцене театра юного зрителя уже совсем скоро – 22 апреля, 18 часов.